Добрый день! Представляем вашему вниманию вот платье женские зима крем Швейцария. Подробную информацию смотрите в ссылке под описанием. Начнем вот с такого нарядного платья, прекрасного в пайетках. Вышивка, размер SM, вверху вот так сеточка. Вот. Коротенькая, спинка открытая, спина здесь до поясницы полностью в сетке и вырез еще. Это Rainbow Евро 32-34 размерчик, вельветовое платье. Вот, такое классное. Платье Tezenis, трикотажное, без рукавов, размер M. H&M, евро 40 размер, платье велюровое с рукавами, на груди запах, и внизу тоже у нас вот сборочка и запах. Здесь евро М размер, рукав до локтя чуть ниже, плечики открытые, вот с люрексом, и здесь тоже на запах сбоку. Длинное. H&M, здесь у нас размер ML. Трикотажное платье водолазка с воротничком и тоже длинное. Велюровое H&M размер XS, на груди запах. Вот такое шикарное с блестками, очень тоже праздничное. M размер платье с длинным рукавом. Оригинальная. New Collection под кожу. Короткий рукав, размер M. Street One, евро 36 размер. Трикотажное платье с рукавами. Чуть расклешенное к низу. Здесь у нас платьишко на тоненьких бретельках с пайетками, размер ML. Вилла размер M, трикотажное платье лапша, вот. Ниже колена чуть-чуть. Здесь XS размер вельвет без рукавов, трапеция крой. Платье размер S с люрексом. Внизу тоже сделано как запах, но ну, просто имитация. Размер S, теплое платье без рукавов, расклешенное, длина чуть ниже колена. Здесь у нас размерчик M с рукавами. Длинная. LXL размер. Это у нас платье вязаное, без рукавов, с поясом. Вот высокий ворот, как у водолазки. И тоже достаточно длинное. Внизу оно как платье, туника, что ли. Внизу большие по бокам разрезы. Эсприт, размерчик 34, вот, с воротничком большим, такое классическое платье офисное. Да, повседневное платье трикотажное, размер М. Офисное платье S. Oliver,
размер SM. Велюровое платье, свободный крой, размер Евро L. Вот, с рукавчиками, рукав на резинке. Длина до колена примерно. Здесь XL размер платья с люрексом. Длинное, с рукавами, и здесь внизу запах. Шикарное платьишко вечернее. Чикори размер L. Очень теплое вискоза платье. Эсприт размер M. Велюровое платье. Сзади на спинке кружево. Длина чуть ниже колена. Манго размер Евро S. С рукавами хлопок. Внутри шифон, еще шифоновый подклад. Здесь у нас платье как водолазка, высокий ворот, короткие рукава, размерчик ML, внизу на запах, цвет очень приятный, интересный. Офисное платье с кожаными вставками, размер S. Плотный материал очень. А здесь у нас платье на одно плечо, один рукав. Терранова, это размер S с люрексом. Вот, узенькое. Метеор, итальянское платье. А сверху как жакет, как будто. Вот. Размерчик ML. Вот такое классное. Теплое. Здесь размер M. Трикотажное платье на тоненьких бретелях. M, даже L, наверное, подойдет. Вот, свободный крой. Дороти Перкинс, Евро 44 размер, вельвет, очень плотная, цвет очень тоже красивый, интересный. Так. Посмотрим дальше. Интересная горловина здесь сделана. Размерчик М, тоненькая прям с люрексом. Здесь платье, длинный рукав расклешенный. Под спортивный трикотаж, такое тепленькое. Вот, размер S. Очень короткое платье. С открытой спиной, размер S, вот, очень много тут завязок, на спине две завязочки, вот, коротенькая, и на спинке вот так завязывается в двух местах. 44-46 размер. Теплое повседневное платье. Велюровое платье, размер S. Сзади замочек. 158-164 платье. Тоненькие бретельки, плечики открыты вот так. Вот. Шикарное расклешенное. Бенетон. Платьишко вязаное, очень теплое, с шерстью. Длинный рукав, размер SM. Велюровое платье, размер SM, как платье-маечка, и внизу разрез. Платье с кожаными вставками, вот такое интересное, размерчик S.
здесь платье на одно плечо. Евро 36 размер. В пайетках шикарное платье. Новогоднее. Подплечник здесь. Вот один рукав. Вот такое шикарное. Платье под кожу размер М. Это клокхаус. Без рукавов, с воротничком. Тридцать восьмой размер платье с люрексом, без рукавов. Здесь теплое платье Сиондей, размерчик ML. М, скорее всего. Внизу расклешенное. Шейн, размерчик М. Вот, смотрите, такое виниловое платье, очень интересное. Велюровое платье Zara, размер Евро S, короткий рукав, воротничок, стоечка. Ниже колена. Здесь XS размер написан, но подойдет на S. Рукавчик 3/4. Вот. Трикотажное, классическое платье, чуть-чуть расклешенное. Бенетон. Размер S, офисное. Здесь платье праздничное с люрексом. Размер L, XL даже, с рукавами. Трикотажное платье зебра, размер S. Воротничок, как у водолазки. И вот такой вот, ниже колена. Здесь размерчик S, платье короткий рукав, тоже с блестящей нитью. XS размер велюровое платье на тоненьких прям бретелечках. Вот. Внизу на запах с разрезом, очень красивое, цвет шикарный. Чикори размер L. Теплое платье, вискоза. Здесь у нас трикотажное платье с люрексом. Прекрасный, интересный крой. Рукав летучая мышь. Везде на запах, спереди и сзади. А размер это где-то M, наверное. SM. Вот так. Низ обтягивающий получается, а верх такой объемный. Велюровое платье. Интересный крой очень. Рукава такие с завязками расклешенные. Вверху у нас гипюр. Воротничок. Вот, и расклешенное. Размер M. Внизу тоже гипюровая вставочка на подоле. Здесь у нас многослойное платье с люрексом, размер S, вот. Бока открыты полностью, вот так вот, шикарное платьишко, праздничное. Здесь классическое платье, размер ML. Платье-рубашка фланелевая, размер LXL, вот, расклешенная внизу с поясом, теплая. Амису Евро 38 размер, платье по фигуре, под замшу. Вот такое интересное. Это H&M платье, рукав короткий, свободный крой прямой, размер L. Полностью оно в таких стразах. Платье с сеточкой, велюровое, размер S, по фигуре, сзади спинка сеточка.
велюровое платье, стиль спортшик с капюшоном. Вот. Размерчик М. Трикотаж лапша. Это Zara, евро М размер. Рукав чуть расклешенный, вот как фонарик внизу. Вот. И длинная, очень длинная, почти прям в пол. А здесь платье размер М, верх сеточка. Вот. И сзади спинка открыта тоже в сеточке. Размер L написано, трикотажное платье, немного просвечивает, здесь такая вязка интересная, вот. С поясом, без рукавов, здесь размерчик M, рукав 3/4, тепленькое платье, а здесь у нас размер M тоже. Платье, рукав 3/4, прямое. Платье с открытой спиной, размер S. Вот. Очень тоненькое, тянется. Спинка открыта полностью. Шикарное. Амису евро 38 размер. Такое вот тоже классное платье с рукавами. Подплечники тут. И металлические пуговицы, очень красивый акцент. Евро S размер, теплое платье без рукавов. И вот такое есть платьишко с пайетками, сетка, рукав 3/4. Здесь спереди у нас полностью все закрыто, сзади спинка в сеточке и рукава тоже в сеточке. Размер SM. Подробную информацию о лоте смотрите в ссылке под описанием. Спасибо за внимание.